А вот мы влетели, ворвались! Влетели, ворвались, ребятки! Ровно, на моих часах, ровно 18.00. В Москве, столице нашей, ровно 16.00. А я вам чего обещал? А я вам чего обещал, мои хорошие? А я обещал вам, что ровно 16.00 по московскому времени. Во вторник мы с вами увидимся. Вот я и здесь, ребятки! Вот я и здесь! Ребятки! Ребятки, ребятки, ребятушки! Привет, мои хорошие, привет, мои родные. Сегодня вторник, а значит, что вы снова со мной. Вы снова проведете со мной несколько часов. Чего мы будем делать сегодня? Сегодня у нас с вами несколько крафтов. Будет топовый крафт на Glock Gradient. Как я рассчитываю на этот Glock? Как мне хочется... Да-да, топим за Глочанский. Да-да-да-да-да-да-да. Как мне хочется сегодня снова испытать те эмоции с калашом. Меня до сих пор потряхивает немножко. Меня до сих пор немножко трясет. А если вдруг ты с нами недавно, подпишись, мой хороший. Давай вот так. Давай вот так. Если ты с нами недавно, подпишись. Прожми лайкос. И зайди на канал. Зайди на канал, бро. Посмотри, там есть нарезка. Есть короткая 17-минутная нарезка крафта... Калаша огненный змей. Бум! Шакалака! Ребятки, это была бум! Шакалака! Блокнотик. Я дожил, дорос. Мне понадобился блокнотик. Я не могу упомнить все, что я сказал, сделал, все такое. О блокнотике куча записей. О блокнотике написано, что мы сегодня крафтим фантомного вредителя. Я хочу в свой инвентарь вернуть обратно фантомного вредителя. И сделаем мы, наверное, даже два крафта на фантомного вредителя. Посмотрим по ситуации. И сегодня мы... Сегодня крафт на... Смотрите, крафт на Глока будет очень... Ну как, да не то чтобы очень необычным, но такой, с подковыкой. Мы уже... Я уже закупил какие-то... давайте так, смотрите. Для крафта Глока нам нужен, ну, главный донор. Это Аук Hot Rod. Аук Hot Rod штука очень недешевая. Аук Hot Rod недешевая. И поэтому я купил всего два Аука Hot Rod. Но я хочу попробовать увеличить шанс до 30. Чтобы скрафтить Аук Hot Rod, а мы будем сегодня помимо Глока крафтить и Аук Hot Rod, который в теории даст нам 30% шанс. Чтобы скрафтить Аук Hot Rod, ну-ка дай бог памяти, нам очень нужно... Карамельное яблоко. Донор Hot Rod'а карамельное яблоко. Но и карамельных яблок я купил не очень много. И чтобы шанс на Hot Rod увеличить, я буду крафтить еще и карамельное яблоко, ребят. А для крафта карамельного яблока нужен донор. Там донор там стоит всего 250 рублей. С СГ-шка смерч. Я думаю, я вас уже запутал. Я вас запутал? Да. Я вас запутал? Ну да ладно, давайте. Все не так страшно, как кажется. Мы сейчас потихонечку с вами со всей ситуацией разберемся. Сейчас скрафтится, погодите. Сейчас скрафтится, погнали. Погнали музычку победную. Кто помнит этот трек? Кто помнит этот трек? И давай, давай нам крафт. Давай, я готов. Эй, неудача. Первая неудача. Ну да ладно, ну да ладно. Ладно, дискотехника. Фантома в студию, фантома в студию. Я с этим согласен. Погнали, погнали. Побежка, мы ее тоже сильно громко делать не будем, потому что это не топовый крафт. А на топовом крафте мы обязательно сделаем громче. Фантома в студию. Погнали, полетели. Готовы? Готовы? Погнали, полетели. Эй! Пусть музычка немножко на фоне поиграет. У нас с вами очередной провал. Тотальный провал. Фух. Давайте начнем. Все, да я понимаю, новый предмет. Промышленный, да, из промышленных я еще не крафтил вообще ни разу. Так, использовать в контракте. Использовать. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И погнали. Раз, два, три. Он готов. Он готов, я говорю, согласие на обмен. Крафт, чекай, проверяй. Сейчас чекнем крафт.
Сейчас чекнем крафт. Не будем. Не будем пока спугивать удачу. А мне что-то подсказывает, что сейчас будет крафт удачным. Мы выключаем музычку. Мы выключаем музычку вот эту. И мы включаем музычку вот эту. Погнали, полетели. Волнуюсь, но не очень. Подбит, да, подбит, ребятки, подбит, но... Но как-то так. Все готово. Так, давайте смотрим, что нам может сейчас выпасть. Нам может сейчас дропнуться ТЭК-9 окостеневший. Это худшее, что нам сейчас может дропнуться. И нам сейчас может дропнуться либо Неги фанадированная синева, либо Аук Хутрот. То есть шансы не самые крутые. Ну да ладно, использовать в контракте. Погнали, ребят, погнали, давайте, погнали. Я чувствую, что я момент оттягиваю, потому что уже начинаю волноваться. Вот уже волноваться начинаю, потому что на кону, если крафт удачный, на кону 13 тысяч рублей. На кону 13 тысяч рублей. Согласие на обмен. На кону 13 тысяч рублей, тащи, да. Да. Но если вдруг не затащу, я согласен не затащить. Я согласен, Габенчик, я согласен не затащить, если ты отдашь мне Глока Градиент. Погнали, полетели. Подбит. Не затягивай, подбит. Да! Да, ребятки! Опа! Еп! Только бы это никак не повлияло на крафт градиента. Только бы... Нет, это не то да. Когда будет то да, сыночек, ты услышишь. То да, ты услышишь. Но я полагаю, прямо с завода. Да, прямо с завода. Редеру огромный привет. Редер, мой хороший. Как тебя звать, не знаю, мы с тобой пока еще не знакомы, но придет тот момент. Смотрю и пересматриваю твои ролики только для того, чтобы понять и научиться у тебя крафтить. Редер крафтит, кстати, это реклама. Это реклама, ребятки, Редер должен мне денег. Погнали, полетел. Полетел донат, ребят, полетел донат. Телеги у меня уже подписчиков, мне интересно. Просто у меня рот 100 тысяч телеги сейчас, лютая тема. Люблю как. Жесть, он крут. Спасибо тебе огромное. Комбат 240, охренеть, спасибо тебе большое. Скоро сделаю крафт ГК градиента по твоим рекомендациям. Захожу на 24%. Требую тебя свидетелей в 19.00 по МСК. Комбат, братиш, спасибо тебе огромное. Спасибо большое еще. Дай мне ссылку, может быть, какую-то. Я, конечно, не это. Так, все. А вот теперь закрепим материал. Все готово. Все готово, ребятки, погнали. Ой, да какое хранилище, блин, что ты делаешь? Вот оно, волнение. Использовать в контракте. Мы заходим с аугов, с хот-родов. Сначала я захожу с хот-родов. Это тоже маленькая традиция. Я захожу сначала с них, и потом я захожу... Погнали. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Согласие на обмен. Так. Адреналин подскочил. Адреналин уже подскочил. Я надеюсь, у вас адреналин подскочил так же, как у меня, если не сильнее. Ребятки, где бублик бесконечности? Редер, жмякни бублик бесконечности, бро! Ну прожми его за меня, мой хороший!
Давайте, давайте, погнала музычка, погнала, погнала. Все готово. Все готово, родные, давайте. Тильт или подъем. Вот сейчас, ребятки, вот сейчас, если он выпадает, рвите, готовьте рвать ушные перепонки. Вот оно. Что это? Что это? Да! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да! 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 Жена! 53 подняли! Слишком везучий. Смотри, еще. Смотри, еще какой фиолетовый. Реддер, давай оценивай. Там что, какой флот, как это дорого. Реддер, бро, Реддер, не уходи. Мы сейчас смотрим. Да! Да! Хорош! Бро, спасибо, бро, ты мне все донаты обратно вернул. Я тебе их верну, обещаю. О, ребятки. Походу, твое коронное число теперь это 30. Почему 30? На 30%, да, на 30%, ребятки. Ребятки, музычку на паузе, погоди. Погодите, мы сейчас будем рассматривать, мы сейчас все будем с вами рассматривать. Да, ребятки, да, ребятки, да, ребятки, что за музло? Брошу вам музло. Фу-ху-ху. Слушайте, мне, вы хотите смерть во время стрима увидеть? Нет! Нет! Ой, меня сердце долбит. Да, 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 Женя Сириська, ты вошел в историю. Давайте все ники, какие вижу, все прочту. Погнали! Промокод. Дрантекс, Арсений Лишенко, Дэн Сирвус. Все, 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 все. Все, ребятки, все, не успеваю. Фифир, фифирчик, бро, ты свидетель этого. Реддер, бро, ты тоже свидетель этого. И от этого мне дико приятно. Так, мне кажется, или камера слетела? Фу, я немножко успокоился, я тебе хочу сказать спасибо огромное. Бро, бро, спасибо тебе за то, что был со мной здесь и сейчас. Блин, камера слетела, да? Да, камера слетела немножко. Спасибо тебе огромное за то, что ты был здесь со мной и сейчас. Спасибо тебе за то, что ты дал мне знания. Спасибо тебе за то, что ты разделил со мной радость этого. Тебе... Привет, Реддер. О, да. О, да, все, погнали. Все, все, сынок, все, беги отсюда. Беги отсюда, будет смотреть флот. Нет, ах, я должен... Офигевать с флота и радоваться. Прямо с завода. Это прямо с завода, ребят. Это прямо с завода. Это ноль. 0081 ноль. 0081 098888 и все такое. Фу, вот он, ребятки, как я за ним долго шел. Да, экран, простите, да, экран, все, вот он, ребята, вот он, порадуйтесь со мной вместе. Чат, порадуйтесь со мной вместе. Чат, накинь плюсиков, порадуйтесь со мной вместе. Вот он, флот. Ребятки, вот он, флот.
Да. Прямо с завода, ребят. Прямо, мать его, с завода. Хо-хо-хо. Занос прямо с завода. Габен, спасибо тебе большое, Габен. Ты собака та еще. Ты то сливаешь, что отдаешь. Вот загляни ко мне на крафт дигла пламя. У меня есть в инвентаре мой дигл пламя, но я хочу еще, мне одного мало. Загляни ко мне на крафт АВПшки принца. Кстати, давайте анонсирую. В тот день, когда я буду делать крафт дигла пламя, если дропается дигл пламя, я его разыгрываю. Если мне дропнется дигл пламя в тот день, когда я буду делать крафт дигла пламя, я его разыграю, ребятки. Ребятки, скажу вам следующее. Спасибо вам за то, что были сегодня со мной. Спасибо, что разделили со мной вот эту радость. Спасибо вам всем и каждому в отдельности. Чмоки в обе щеки. Доброго дня, утра, вечера. Что у вас там? Спать идите. Идите спать, мои дорогие. Давайте, всего доброго. Пока, мои хорошие. Ну что, бойцы, ролик подошел к концу. Знаю точно, тебе понравилось. И ты хочешь еще. А если ты, мой пупсик, хочешь еще, то комбат даст еще. Подпишись и жмякни на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. Чмоки в обе щеки. Спать иди.